Вихревая турбина. Строительство большого количества гидроэлектростанций по всей планете принесло человечеству огромную пользу. Сегодня они производят около 85% мировой возобновляемой энергии. Однако проблема в том, что традиционные способы преобразовывать энергию водного потока в электричество довольно дорого стоят. Для этого нужно построить большую дамбу. Затем деньги расходуются на транспортировку энергии от дамбы туда, где живут люди. Специалисты из бельгийской компании Tubulent Hydro придумали более простой, эффективный и выгодный с экономической точки зрения способ добывать электроэнергию. Перед вами инновационная водоворотная турбина, которая может быть установлена около любой реки, в месте, где находится небольшое природное изменение высоты. Также она может быть установлена в канале с проточной водой. Сбоку от водоема вырывается отверстие, в которое устанавливается турбина. После ее запуска 24 часа в сутки и 7 дней в неделю в точке установки будет производиться электроэнергия. Это, кстати, еще одна особенность уникального устройства. Работа не привязана к погоде и времени суток, как это происходит при добыче электричества с помощью солнца или ветра. Технология основана на использовании водоворота, который естественным образом возникает в турбине. Одной такой установки хватает, чтобы обеспечивать электричеством 60 домов. Примечательно, что подобное оборудование безвредно для рыб и других обитателей реки. Низкое давление внутри механизма позволяет им проплывать внутри. Монтаж установки осуществляется всего за неделю. Срок службы же этого бетонного бассейна – до 100 лет. На данный момент во всем мире есть всего несколько таких турбин. Две в Чили, одна в Бельгии и еще одна в Индонезии. Турбина, которую вы видите на экране, находится в городе Дониуэ. Свэгбот. Роботизированные машины постепенно проникают в абсолютно все сферы человеческой жизнедеятельности. К тому, что они помогают на фабриках и заводах, мы все уже привыкли. Вполне возможно, что в скором времени придется привыкнуть и к помощи в сельском хозяйстве. Потому что робот, способный справляться с работой фермера, существует уже сегодня. Правда, пока это всего лишь прототип под названием «Свэгбот». Идея его создания принадлежит инженерам из Центра полевой робототехники при Сиднейском университете. Впервые он был показан в 2016 году. Тогда Свэгбот стал первым в мире автоматическим пастухом. Дело в том, что пастбище для рогатого скота и овец в Австралии часто находится в удаленных, труднодоступных районах. Свэгбот использовался вместо пастушьей собаки. Человек мог управлять им с помощью пульта дистанционного управления. Чтобы робот мог проезжать по сложной пересеченной местности, каждое его колесо снабдили отдельным приводом. В итоге получилась маневренная машина, способная перегонять стадо с пастбища на пастбище, помогать скоту преодолевать овраги и другие препятствия. В 2018 году Свэгбот был усовершенствован, инженеры добавили роботу компьютерное зрение. Все для того, чтобы он мог справляться с большим количеством задач. Например, теперь машина может находить на поле сорняки и опрыскивать их гербицидами. Примечательно, что в отличие от других автоматизированных систем, созданных для удаления сорняков, Свэгбот не привязан к какой-то конкретной местности, поэтому может работать в любом месте, на которое укажет человек. Турбины Vortex Bladeless. Сегодня мы уже говорили о возобновляемой энергии и о том, что гидроэлектростанции являются самыми распространенными ее источниками. Второе место в этой отрасли занимает ветроэнергетика, то есть преобразование кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электричество. Современного человека не удивить ветрогенератором, они установлены практически во всем мире. Однако это не значит, что ветроэнергетике больше нечем поражать. Перед вами ветроэлектрическая установка уникальной инновационной конструкции. Ее отличие от всех прочих бросается в глаза сразу же, как только ее видишь. У нее отсутствуют лопасти.
Такая конструкция была разработана специалистами из испанской компании Vortex Bladeless не случайно. Лопасти – самая хрупкая часть генератора. Их поломка приводит к потере функциональности всей установки. Кроме того, они могут покрыться льдом, что снижает эффективность работы. Турбина Vortex Bladeless со стороны выглядит как длинный конус перевернутой формы. Генерация электроэнергии осуществляется за счет раскачивания. В процессе движения конус образует около себя воздушные вихри. Таким образом, энергия колебания преобразовывается в электричество. Впрочем, от традиционных ветрогенераторов турбины Vortex Bladeless отличаются не только внешним видом. Отсутствие деталей, которые сложно и дорого обслуживаются, превращает их в экономичную альтернативу. Ну и ко всему прочему, такой генератор имеет быструю, несложную процедуру монтажа. Если сравнивать ее с монтажом обычного ветрогенератора, процедура обходится в половину дешевле. Устанавливать их можно даже в городских окрестностях. Неудобства людям турбины не доставляют. Аквакатор. Использовать струю воды в качестве режущего или разрушающего инструмента люди начали в 30-х годах 20-го столетия. С тех пор оборудование постоянно совершенствовалось. Каждые несколько лет на рынке появляются очередные машины, которые выводят обработку материалов на новый уровень. Перед вами семейство гидромонтажных роботов «Аквакатор». Их производством занимается шведская компания «Aquajet Systems AB». Это три машины, отличающиеся размерами и, соответственно, мощностью. Оборудование оснащено резиновым кожухом рабочей зоны, что обеспечивает улучшенную шумоизоляцию и защищает все вокруг от брызг. Боковины кожуха съемные, благодаря чему можно работать в углах между горизонтальными и вертикальными поверхностями. Самая маленькая модель робота имеет рабочую высоту в 3 метра. Самая мощная же модель подойдет для всех видов гидродемонтажа. Используется на горизонтальных поверхностях, а также вертикальных высотой до 10 метров. Подобная техника предназначена для обработки бетона, которую приходится выполнять при ремонте мостов, эстакад, плотин, туннелей и других подобных сооружений. Мойщик самолета. В 2018 году норвежская компания MSG Production показала первую в мире автоматическую систему и противообледенительной обработки самолетов. Ранее с подобными задачами справлялись люди. На очистку одного лайнера уходило от 4 до 8 часов времени. И это при том, что над ним трудилась бригада из 8-10 человек. Так как самолеты рекомендуется мыть 1-2 раза в месяц, несложно представить, что все эти многочисленные процедуры обходились очень дорого. Системы, подобные тем, что вы видите на экране, должны облегчить людской труд и сократить денежные затраты. Все элементы мойки имеют тонкую процедуру настройки, чтобы с помощью системы можно было производить очистку воздушных судов любой модели. Струи воды, двигающиеся в разном направлении, бережно, но эффективно очищают поверхность самолета от грязи и битумной мастики. Процедура занимает намного меньше времени, чем традиционные, выполняемые людьми. Обратите внимание, что система может справиться даже с промывкой двигателя. Противообледенительная обработка моющей системой также выполняется в значительно более короткие сроки по сравнению с обработкой вручную. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете!